Đúng 10 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội, trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga đã diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2024. Hơn 9.000 quân nhân từ các quân chủng khác nhau đã tham gia cuộc duyệt binh. Hơn 70 phương tiện quân sự tham gia cuộc duyệt binh như biểu tượng xe tăng T-34, tên lửa tác chiến chiến thuật hiện đại Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yaz cùng với các đội bay nhào lộn. Для каждого россиянина знамя победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды Тону Михайлову. Знамя победы в руках старшего сержанта Дмитрия Монастырева. Возглавляют знаменный... Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны. Суворовского военного училища командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. В этом году училище отмечает 80 кавалера ордена мужества. На марше слушатели Общевойсковой академии вооруженцы Российской армии. Среди них герои Российской Федерации Виталий Антонов. Набиев. Мимо трибун проходят курсанты военно-материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, а служащих женщин возглавляет парадный строй подполковник Мария Васильева. В составе расчета будущие специалисты войск связи, радиационной, химической и биологической защиты, психологи и военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Колонны. В ее составе 61 единица боевой техники. По традиции открывает прохождение техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. На Красной площади колчания командует парадным расчетом капитан Александр Стоянов. Впервые на Красной площади представлены образцы колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения бригады и 448-й ракетной бригады внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне специальной военной операции. С-400 «Триумф» 549-го ордена Ленина Краснознаменного зенитного ракетного полка воздушно-космических медмайсигов. Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения.
В ее составе автономные пусковые устройства. Сегодня воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель в любой точке земного шара. Ракетные соединения, колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами ВИД-9 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ, возглавляет подполковник Владимир Мордасов. Ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 được tổ chức hàng năm kể từ năm 1945 và là một trong những sự kiện quan trọng và được tổ chức rộng rãi nhất ở Nga với các cuộc duyệt binh, diễu hành, bắn pháo hoa và hòa nhạc diễn ra trên toàn quốc.